Друзья, добрый день. Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас комбайн Полесье КЗС-812 2014 года выпуска. Он полностью в исправном рабочем состоянии. Обслуживался у официальных дилеров. С данными комбайнами, то есть, идет три жатки, подборщик напрямую и для подсолнечника. Для семечки. Резина в достойном состоянии. Все четыре колеса. Задние колеса. То есть на данный момент никаких нареканий нету. Комбайном. Заменены решеты. Сейчас пока попробую показать. Заменили решеты, вот как у класса стоят. Даже видно, то есть клавиши тоже все на месте, все нормально. То есть данный комбайн обслуживался официальных дилеров, поэтому никаких проблем с ним нету. То есть полный исправный. То есть продажи по причине обновлений парка, то есть закуплены более новые на заднем фоне. Друзья, если есть желание приобрести данный комбайн, обращайтесь к нам, звоните, пишите, будем ждать ваших звонков.